Еженедельно жители Верхневолжья узнают о росте или снижении цены на те или иные продукты питания. В этот раз это шоколад. С начала этого года активно растут цены на какао-бобы. Их нынешняя стоимость побила мировой рекорд, установленный 47 лет назад. Сильнее всего дорожает горький шоколад. По мнению специалистов, цены могут вырасти до 80%, а молочный шоколад увеличится в цене примерно на 20%. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. Кусочек шоколада способен поднять настроение даже в самый унылый день. Ежегодно в мире потребляют около 4 миллионов тонн этого чудо-продукта, что говорит о его популярности. Но прозвучала тревожная весть. Любимое лакомство сладкоежек существенно растет в цене. По словам экспертов, переработка какао-бобов значительно сократилась во всем мире. Это связано с катастрофическим неурожаем. В этом году какао-бобов собрали на 36% меньше. Как к этому относятся тверичане, узнали на улице города. Ну а кто его не любит? Любят все. Шоколад люблю, покупаю постоянно. Печально, что подорожал. Ну, пока не откажусь. А ради чего тогда жить, если это удовольствие? Я люблю горький. Вот, горький шоколад подорожал с этого года на 70%. Расскажите, как вы к этому относитесь? Будете ли вы дальше покупать? Не буду. Любите ли вы шоколад? Очень. Чище. Да какой получше. Какой подороже, а раз подороже, значит, там какао побольше. Поэтому покупаю такой. Люблю еще конфетки шоколадные. Так отношусь спокойно. Ну, брала две, буду брать одну. Пенсию прибавить, две опять буду брать. Молочный, ну, каждые два дня покупаю, стараюсь. Но, ну, если не будет прям сильно очень дорого, то буду покупать. Ну, шоколад всю жизнь у нас, детское лакомство. И с моего детства всегда мне мама приносила. Вот, стараемся поддерживать традицию, выбираем разные, там, сначала там такой нравится сорт шоколад, детям другой, в общем, как-то стараемся в семье поддерживать шоколадные традиции. Мне бы что-нибудь сладенького. Ну я же не виновата, что меня на сладенькое тянет. Большинство тверичан очень любят шоколад и не планируют отказывать себе в любимом лакомстве, даже несмотря на стремительный рост цен. Для многих это превращается в настоящую традицию. Выделить себе время для уединения, заварить ароматный чай, надломить плиточку любимого шоколада и насладиться вкусным моментом. Для сладкоежек это действительно важно. Ну а что касается роста цен на него, то тут уж не все безнадежно. Как говорится, места надо знать, но об этом в другой раз.